Быть вместе с людьми, изучать их запросы и незамедлительно реагировать на проблемы. Такую задачу перед народными избранниками обозначили на прошедшем в Москве съезде партии «Единая Россия». В работе форума принимала участие и делегация Чувашии. Статус партии власти обязывает ко многому. Те, кто идет в политику, должны быть готовы служить народу. Такой посыл единороссам прозвучал от президента. Главная оценка, ориентир для работы партии – это мнение людей о текущей ситуации, о динамике позитивных изменений во всех сферах, определяющих качество жизни человека. Насколько перемены отвечают общественным ожиданиям, что требуется скорректировать, поправить. Именно такой включенной, живой работы ждут люди от любой политической силы, от любой политической партии, тем более от такой мощной и массовой, как «Единая Россия». Здесь важно все. И крупные инфраструктурные стройки, которые разворачиваются у нас по всей стране и влияют на жизнь миллионов людей. Но и модернизация, строительство сельских школ важны, городских поликлиник, ФАПов, благоустройство городов и сел, улиц, дворов. На нынешнем съезде немало новых лиц. Все они занимают в своих субъектах определенные посты во власти и региональных отделениях партии. А еще молоды, амбициозны и готовы участвовать в переменах. В Госсовете Республики у «Единой России» большинство мандатов. Глава региона отметил, что депутаты должны наладить эффективную обратную связь. У жителей Чувашской Республики доверие к политической партии «Единой России» достойное, высокое. Высокая, как никогда. Михаил Игнатьев обозначил и приоритеты перед единороссами республики. Оценивать работу народных избранников будут по реализации национальных проектов. Это разные вопросы жизнеобеспечения, сфера здравоохранения, образования, культуры и спорт. Мы занимались и занимаемся. Обещания даем, и эти обещания претворяем в реальные дела. На 2021 год назначены выборы в Госдуму. У единороссов еще есть время, чтобы доказать свою состоятельность. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика из Москвы.